Вадик дразнит. Я здесь. Оп! Здрасте, здрасте. Вадик, где напиток прохладный, жарко? Вадик, здравствуй. Привет. Здрасте. Вадик, зажими урну, кто-то поломал. Какую? Сходи, вот там, пойдем, сходи. Где машины стоят. Пойдем, покажешь. Кто-то урну сломал ночью. Но у вас есть какие-нибудь? Вон, Сережка был, Закутыревич, зажими отпечатки, отпечатки рук зажим. А я эту бутылку отдам. Отдай пустую. Тут веру зажими здесь. Вон, я руки мыл, тут Вера здесь колдовала. Опять? Да, это. Вон и урну сломали. Да. Урну закинули. Страх Божий какой-то, да? Это зло брала на дядьку. Воленка делала. Три колюшки взял. По твою душу. Здрасте, здрасте. Три колюшки. Попробуй покатать. Я не отдам. Я вот сюда кидаю. Куда? Вот сюда, за елочку. Зачем? Надо. На водосвятие. Вот за сами урну. Видишь? Вот я сломал. Вот урну. Я заснял. Вот урну. Я заснял. Заснял. Пойдем. Заснял урну. Спасибо. Голоянчик, я твои сегодня карточки не выбросил. Все на месте. С документами. С документами мои визитки лежат? Да, визитки. Прикольно. Вадик, дай пить, жарко. Дай мне попить холодного, жарко. Ой, как жара, ты что-то невыносимая. Жара, жарко. Вадик, это тетя... Люди уже с холода умирают, ты говоришь. Серёжку заснял. Заснял. Закутилевич. Закутилевич. Нормально. Нормальный ход? Но... Нормальный ход, пароход. Да. Вадик, есть у тебя? Что? Кола. Вот она вот здесь. Тебя чай дали, у меня колы спасибо. Нет. Спасибо. Голоянчик, можно пакет взять? Нет. Там что-то еще есть. Сюрприз, мама. Сюрприз. Вадик, на семье эту скотину. Сережа, я знаю, ты очень-очень любишь по утрам пить чай. Поэтому чай. Что нужно? Чай, азерчай. Азерчай? Не зерчай. Не зерчай. Нет, присаживайся, я тебе сейчас такой чай покажу. Забалдеешься. Смотри. Опа-па-па-па-па-па-па. Комплект целый чайный. Разные вкусы. Вкусы. Ты спасибо. Просто забалдеешься. Забалдеюсь. Разные вкусы. Да, смотри, сколько разных чаев. Это все там будет в ассортименте, а также будет вот такой цветочек. Закинешь и с ума сойдешь. Голоянчик. Сережка мужик сделал, урду погнул, подпилил. Сережка, это ты? Нет, Закутилевич, Пашин отец. Что с дедом подъезжал в очках. А ты не Закутилевич? Нет, я Сергей Викторович, он Закутилевич. Угрозы делал. Он Димку избивал, моего племянника. Конакова, драка произошла. Сергей Викторович. Вы готовы к чудесам? Вы любите чудеса вообще? Чудеса люблю. Или не очень? Очень люблю чудеса. А не, вы не очень любите. Суббота сегодня, такой день тяжелый, суббота. Голоянчик, я смотрю, сегодня поле чудес с джентльменами. Я счастливый. Счастливый? Да. Самый счастливый человек на свете это кто? Я. Ты? Джентльменами удачи. Джентльменами удачи. Так, поехали. Не знаю, вот этот подарок подарить, не подарить тебе. Подари мне. Думаешь? Думаю. Или нет? Думаю. А думаешь, да, так? Да. Это верное решение будет? Верное. Подарить тебе это будет верное решение? Я верю в Бога. Во, молодец. Голоянчик. Вот из-за этого я тебе подарю. Только из-за этих слов, это золотые слова. Веришь в Бога? Верю. Молодец. И в чудеса веришь, да? Да. Смотри, Сереженька, ты сейчас попутаешь. О. Василий Васильевич будет сейчас стартовать.
Сейчас как Гагарин на Луну полетит. А ну давай посмотрим, что это такое, что... Это предметы. А ну, Сереженька, ракетки. Посмотришь? Посмотрю, как... Смотри, как она запускается. А давай посмотрим, мне самому аж интересно стало. И что она, что, типа полетит, что ли? Ну давай. Оп, подожди, вот оно что, братан. Ну, да. Сюда ставишь, а я наоборот думал. А ну давай посмотрим. Опа! Ты видел? Видел. А ну давай теперь ты сам сюда вставляешь. Нет, я дома. Нет, здесь делай. Вставляй. Давай, здесь прямо. О, получится у меня. Конечно, получится. Подожди. Давай, сюда поставь. Ничего, нормально все. Поставь. Ага. И нажимай резко сюда. Опа! Сережа, у тебя получилось. А? Нравится такая игра? Да, дома я играть буду. Будешь играться? Буду. Давай сюда положим все. Галаянчик, врач был, скорая была. Плохо для Саши было. Опять? У него чуть кровь не ливануло с носа. Опять? Сознание потерял из-за него. Опять плохие новости смотрел? Нет. Да-да. Сережка Закутилевич звонил ему среди ночи. Закутилевич. Вот это ты Закутилевич. Нет, Сережка. Пашин отец. Дурканулся. Дурканулся? Ночью дал. Телефон. Все. С копыт слетел. О, не выбрасывать вот это? Нет, конечно. Это я в суперфинале. Это ракета. Как его? Это его название. Как ты его выбросишь? Я отсылать буду. Куда? Тикетки в Москву. Вот это можно выбросить. Да, адрес назови, куда будешь отсылать. Сережа. Это я дома играть. Давай, буду. Давай, вот так встань. Вот так встань. Держи. Держи. Нравится игрушка? Дорогие друзья, все те, кто хочет подарить Сереже какие-либо подарочки, может что-то из одежды, или же какие-то вкусняшки, или игрушки, одежду, друзья, пишите мне в соцсети. Галаянчик, приведи одежду. Хорошо, хорошо. И эти вкусняшки, приведи продукты. Хорошо, мой хороший. Вот, друзья, кто хочет поддержать Сережу, пишите мне в соцсети контакт. Как меня найти в соцсети контакт? Просто в поисковике вводите Сергей Галоян. И находим Сергей Галоян, друзья, в соцсети контакт. Или же в инстаграме просто заходим в профиль в тиктоке. И там будет ссылочка, друзья. Нажимаем на ссылку, переходим, подписываемся, пишем сообщение. Сброшу реквизиты и, друзья, пишите, что купить Сереженьке. Я обязательно куплю, передам. Все сниму на видео. Конечно. Принесешь маленькие шарики за скрепы? Принесу шарики маленькие. Маленькие лучше. Вот такие маленькие. Да. Маленькие со скрепочками. Со скрепочками обязательно, чтобы скрепки были, да? Да, маленькие. Скрепки надо, чтобы обязательно были. Все. Сережа, вот эти чай ты, наверное, не любишь. Люблю. Я чай пью дома. Точно? Точно. По утрам? По утрам пью. Кто ходит в гости по утрам? Парам-парам-папам-папам. Да? Да. Можно выпить? Конечно. Дай. Галаянчик, зацени. Кто-то стекло разбил. Зацени. Вот эта серая машина была разбитая. Ее уже нету там. Кто-то стрелял ночью. Это ты был? Вон, это ты с Люмальвера, Сережа. Это ты с Любика баловался, наверное, нет, ночью. Нет, я не баловался. Да, я дома стрелял. Опа, дома, вот это что. Даже куку шуганули вчера. С Люмальвером. Люмальвер принесешь завтра игрушку? Каждый день, что ли, Люмальвер? Да. Ты хочешь каждый день разные стволы? Стволы. Ты хочешь быть заряженным до зубов? До зубов заряженный буду. Да, вот это ты блатуешь конкретно, Сереженька. Голодянчик, кто лезет на балкон, сразу вниз улетают. Да? По голове бью и по ногам стреляю. Опа. Сульвирова. Люмальвера. Сульвирова. Оп-оп-оп-оп. Открыть? Открой. Что, можно? Да ты не сможешь, наверное, открыть. Или сможешь? Нет, я не открываю. Помоги мне. А ты полдня будешь открывать. Нет, я скрутит голову. Без чупа-чупса, да? Без чупа-чупса тебе голову кружит. Вадик, зацени, был стакан белый. Да его уже нет. Опа, полетели. Оп-оп-оп-оп. А флажок не снимаешь, да ты? Флажок. Да. Нравится с флажком? Нравится с флажком. Российский телефон. Российский телефон? Россия сила? Да.
Любишь русских? Русских люблю. I love you Russian Federation. А? Люблю Федерашн. Федерашн. Сереженька, Сереженька, Сереженька. Будем в игру играть в прямом эфире? Будем. У меня есть для тебя игра. Хорошо? Как всегда, нашу игру будем играть? Орел и Решка. Орел и Решка. Да? Играем. Попрощайся на камеру и сейчас начнем. Скажи, сейчас выйдем в эфир. Сейчас в эфир выйдем. Да. Попрощаюсь на камеру. Куда надо подписываться? На Голояна. Куда? На Голоянчика. На ТикТок. Ага. И в Ютуб. 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 Сила. Сила Ютубом. Ага. Все, дорогие друзья. Смотрим прямой эфир.